Так, ну, приехать в пятером и установить новый рекорд лиги по очкам, как бы, как это прокомментируешь? Да никак, но соперников было мало, но и нас тоже было немного, поэтому то, что ребята вообще изначально было трое, я думаю, мы не слишком долго атаковали против троих. Две атаки. Ну да, да. Ну и как бы это все-таки тоже как бы их проблемы, да. В тот раз, вот как мы сейчас ребята из Бруклина говорили, что они у нас выиграли, у нас был неполный состав, это была наша проблема. И Бруклин полностью заслужил победу. Я думаю, что мы тоже полностью заслужили набрать все эти, там, сколько, 183 очка, сколько мы набрали. Ну и приятно, конечно, установить рекорд лиги. Учитывая, что мы не очень много забиваем обычно, так что, да, для нас это даже важно немного. Спасибо. Спасибо.